Ну вот, заметим, это будет сейчас второй удар во всем турнире, который, я считаю, один из лучших ударов, если был бы конкурс, не конкурс, а приз за лучшие удары, да, я считаю, что этот бы удар был бы, наверное, в тройке лучших ударов. Вот, это сложнейшая позиция стоит, отыграться только, возможно, ну, две точки, и то, которая точка, которую я хочу сделать, она практически нереальна, потому что должен 100% идеальное попадание быть чужого в своего, и еще рассчитать силу. Поэтому я считал, что единственный вариант в этой позиции, это мы сейчас увидим, что сделать. Тщательно исследуешь стол. Да, действительно, позиция непростая, требует некоторых размышлений, что все понимают, что Кнебек будет искать любую возможность для атаки. Да, это супер удар. Как ты решился вообще на такой удар? Я знал, что если я его исполню, то он же мог еще и упасть, а если я знаю, как рассчитать силу в таких моментах, то это классика. Как можно рассчитать силу в таких моментах? Это финал Кубка Кремля 2012. Это классика, да. Это я тренировал, это у меня уже лет таких 10 не отнимешь. Но в такой вот ответственный момент, да, рука же может дрогнуть, подвести. Ну, нужно. Нужно делать шедевры. Без этого никак. Да уж, такого удара точно не ожидал у тебя, Кнебек. Он просто находится в недоумении сейчас. Да, стоит сложнейший шар. Не знаю, ну, стал конечно бы я играть его или нет. Я, но думаю, я, думаю, я бы не стал играл бы чужого. Свой я бы просто... Я бы поставил свой в угол через лоб. Туда же, да? Да. Вот видите, он ныряет, очень плохой удар, дергается. Подставляет свой К, тебе есть игра. Ну вот они, нужные удары, нужные свечки. Тот момент, когда нужно забивать. Оттренировали. Это вот тот случай, когда вот чуть-чуть Кнебеку... Правый винт, правый верхний. Не хватило сил поставить. Вот да, он. Прекрасно. Точно. Да. Чуть упади, была очередная награда. Упади этот, да. Поймал свою игру, Евгений, наконец-то мы видим. Просишь ты протереть шар. Да, потому что сейчас, если... На самом деле, признайся, хотел, да, наверное, потянуть время немного, да, отдышаться. Никакого времени не хотел потянуть, нужно забивать шара. А шар есть игра в среднюю лузу. И... Счет у нас 6-6. Два шара отделяют победы. Я поставил так шар, чтобы свой чужой прикатился обратно в среднюю, чтобы было просто и сыграть с руки. Да, игра. Мы видим, что Кнебек. Ну ты лишил его все возможности. Вот-вот. Видите, что он уже что расстроен. Да. И я в предвкушении последнего шара. Но не будем забегать вперед, да, дождемся, пока он упадет в лузу. Неужели я забью? Ну что, уже эмоции переполняли на тот момент? Да, да, я был как будто в какой-то матрице. Да, вот она, победа, долгожданная моя победа. Мы видим, что Кнебек очень сильно, ну, расстроен, тяжело огорчен. Сказать, да, огорчен.